Динамовцы начали встречу увереннее оппонентов, и уже на 15-й минуте счет был открыт. Благодарить за гол нужно в большей степени защитника хозяев, который допустил грубую ошибку. Худобко сориентировался в ситуации и вывел Пазина на оперативный простор. Лидеру брянской полузащиты оставалось только разобраться с голкипером, и он без проблем отправил мяч в ближний угол. В первом тайме команды имели еще несколько моментов, но счет на табло не изменился. Во второй 45-минутке динамовцы снова играли первым номером. Самым опасным моментом первой половины тайма стала серия ударов после эффектно разыгранной комбинации. Сначала хозяев спас вратарь, но на добивание кто-то из брянцев отправил мяч в штангу, а третий удар оказался неточным. За 10 минут до завершения игры хозяева остались в меньшинстве. Этот бонус помог сине-белым без проблем довести матч до победы и подняться на 7-ю строчку в турнирной таблице «Зоны Центр». Следующий поединок наша команда проведет на родном стадионе 27 октября. Соперником «Динамо» станет футбольный клуб «Калуга». Дмитрий Кузнецов при содействии пресс-службы футбольного клуба «Квант» Обнинск.